Петр живет в тайге. Вот уже третий год Петр ушел от людей. Он ушел от мирских хлопот. Он просто устал от жизни и не держит зла на людей. Но было время, он был носителем великих идей. Теперь лес стал его домом, он здесь может спокойно спать. Он бьет тишину, и тишину у него не отнять. А по ночам он приходит ко мне, он зовет меня с собой. Он идет к луне, он видит ночь, как никто другой. А по ночам он приходит ко мне, зовет меня с собой. Он идет к луне, он видит ночь, как никто другой. К нему в гости никто не приходит, кроме птиц и зверей. Он поет им свои песни, его голос стал чист, как ручей. На смену зиме приходит весна, лес меняет свои одежды. Петр умывается росой, весна вселяет надежду для людей. Он был никто для зверей, он как Дед Мазай. Может, он вернется к людям, когда на землю придет рай. А по ночам он приходит ко мне, он зовет меня с собой. Он идет к луне, он видит ночь, как никто другой. А по ночам он приходит ко мне, зовет меня с собой. Он идет к луне, он видит ночь, как никто другой.